Здравствуйте, мои дорогие. Погода сегодня замечательная. Ой, красота какая. Я решила прогуляться по всему нашему поселку, в магазин дойти. Я редко туда хожу. Смотрите, какие цветы. А вон хурма висит сейчас. Ой, ее, наверное, не увидишь за этими кустами. А вон там вон видно, видите? Не забывайте, что это ноябрь месяц. Так, по какой мне улице-то пойти? Я сегодня с утра очень расстроилась. Я только узнала, что умер Михаил Михайлович Жванецкий. Я же не смотрю телевизор-то. Очень жалко, очень жалко. Вот это был настоящий патриот нашей страны. В то время, когда все уезжали в Америку, в Израиль, он не уехал. Хотя его и не печатали тогда, и выступать он не мог. Жалко. Но потом я так погрустила. Думаю, ну что сделать? Ну, пожил 86 лет. Много видел, много знал. Но очень жалко. Я его очень люблю. Вот он очень ценил в людях. Считал самым главным качеством это юмор. И я так тоже считаю. Дома как грибы. Просто даже не успеваешь вот заметить, как они вырастают. Обалдеть. Строятся. Кусты какие красивые. Ой, музыку включили. Собаки облаяли. Охранники. Вон, видите, какая красота висит. Да ладно, не ругайся ты, господи. Там собака-то одно название. А крику. Вон еще одна. Вот еще один дом вырос. Какая сидит. Ой. А что-то, мне кажется, я такого и не встречала. А может, встречала, внимания не обращала. С одной стороны зеленый, а с другой белый листик. Не знаю, девчонки, что это. Скажите. Так интересно, идешь издалека. Вот умные люди, где сажают эти фиалки за забором. А у меня хозяева бывшие вот это насажали. И попробуй от них избавься. Еще не выведешь. Прям такие серьезные дома строят. И собачки серьезные. Да, мой хороший. А вот этот участок такой всегда аккуратный. Но видите, все перекопано. У них так все сделано прям по уму.
И виноград-то подвязанный на столбиках. Уже обрезано все. А мне Витя говорит, в феврале. Он уже все у людей. Обрезано, подвязано. А вот это старенькие домушки. Да, люди лепили из того, что было. А теперь-то люди строятся по-серьезному. А тут вон канны разрослись по всему забору. Это они и у меня также разрастутся, наверное. Батюшки мои, у нас весна прям, что ли? А? Маленькие они такие. Слушайте, наверное, весна, если сирень цветет в Черноморске. А дуванчики полезли. Фу. Мухи вон опять проснулись. Вон. Грибы какие-то, поганки. Да, вот иду, поганок много. Так, а где грибы? А грибов вот не видно. Хотя им сейчас самое время, начало ноября, и дожди такие шли. А тут с грибами тяжело. Видите, цветы пошли. Вот, потихонечку, не торопясь, дошла я до своей любимой Воронцовской аллеи. Вот я прям так люблю это место. Если убрать вот эти все стройки, машины, я прям представляю, как тут кареты ездили. Граф Воронцов любил красиво пожить. Ой, не зря про нас говорят, что мы Иваны, не помнящие родства. Нет, чтобы сделать прям аллею тут хорошую. А хотя, кому оно тут надо? Вот надо. Надо взять и засрать. Я не злой человек. Но вот руки бы отрывала. За такие дела. Место выберу, посижу. Прям какое-то вот это место, оно на меня так вот действует прям. Не знаю, какое-то вот для меня волшебное место. Мне вчера Ирина из Сочи звонила вечером, говорит, Люба, не читай комментарии. Ну, про Карабах, что я снимала. Да я уже закалилась. Я-то уже головой понимаю прекрасно, что на обычные мои вот такие видео, на них просмотров мало, и поэтому их хейтеры эти не лезут со своими комментариями погаными. А как только видео какое-нибудь, что просмотры будут, вот про Самвела, да, вот... И тут, конечно, надо гадость написать. А как же? А как же? Им же наплевать на то, что я плачу, сижу, блин, вспоминаю вот это все. Им наплевать. Им надо в душу насрать. Извините уже за такое слово грубое, но по-другому и не скажешь. Пусть пишут, чего хотят. Это только закаляет.
Тяжела доля блогера. Ну ладно, посидела, покурила. Надо дальше идти. Там собачки гуляют. Ну вот, а я почти дошла. Вон, видите, желтое здание. Вот видите, как мы мусор-то строительный. Вот дорогу вывели. Да и все. Че там голову-то ломать? Деньги платить за вывоз. Как мне нравятся вот такие заборы, которые круглый год зеленые. Вот мне бы гораздо больше нравилось, если бы у меня вот такой был забор, а не каменный. Вот. Там он густой, густой, густой. А тут нет. Но это его, наверное, направлять надо, да? Эти веточки вот так просовывать. Но все равно мне так нравится. Ой, вот такое ощущение, как будто вся волна строится. Это же все вот новое. Ну, недавно совсем построено. Вот этот домик так и стоит. Заросший. И заброшенный, и света нету. Провода отрубленные. Тут все заросло. Вон о чё. Ой, надо же. На этом заброшенном участке калитку поставили и замок повесили. Я сюда ходила вот за этим грецким орехом. Собирала. Вот так. Надо же, и тут тоже строительство начинается. Ну просто, а? Вот за 5 лет, что я тут живу, у меня такое ощущение, что половина домов построилась. Ой, все жалуется, народ плохо живет. Да, конечно, кто-то плохо, а кто-то не очень плохо. Ну что, вот я и пришла. Купила огурчиков, свеколки, молочка, хлебушка черненького, ну и сигарет себе. Привет, собака. Спасибо, что прогулялись со мной. Не бросили меня одну в одиночестве. Ну, я тоже прогулялась и с вами поговорила. Устала, правда. Устала. Ну, сейчас буду борщ варить. Надо майонез сделать. А то у меня майонез кончился. А то, знаете, я когда своим рукоделием занимаюсь, так я, бывает, опомнюсь уже, на улице темно, а я еще и не ела. Поэтому надо подготовить базу, а завтра опять заняться.
Ой, мои дорогие, смотрите, я теперь закат могу с крыльца снимать. О, до какой степени солнышко сдвинулось. Обалдеть. Ну, что вот сказать. Хороший день сегодня был. Хороший, прям. И сейчас прям ветра нет, хорошо. А я сходила в магазин, пришла, поела и уснула. Ну, поспала, правда, часик всего, но так устала. Вот настало время-то, а. Господи. Так что не сварила я борщ себе, не сделала майонез. Ну, сейчас буду делать. Ну, хорошо, прям хороший день сегодня был. Желаю вам, чтобы у вас был хороший день завтра. Где бы вы ни находились, в каком регионе. Пусть у вас будет сухо, тепло, пусть солнышко светит. Никакие болячки не касаются. Пусть родные вас любят и уважают. Самое главное. Всем всего хорошего, мои дорогие. Прям всего-всего. Улыбайтесь почаще. И чтобы были причины улыбаться. Ну и пока-пока, мои дорогие.